Ребята, эта штука реально макдак, потому что реально вкусно. Какой-то таро пай, магический пирожок. Не пойму, что внутри какой-то фрукт, он почти расплавленный. Алло, я Вера, и сегодня мы пришли в китайский Макдональдс. Мне дали в торговом центре вот такую брошюрку, и я заинтересовалась, потому что здесь есть куриные лапы. Я подумала, что меню здесь очень необычное, и решила посмотреть и попробовать что-нибудь самое интересное, а потом рассказать вам свои ощущения и впечатления от этого места. Так, меню. Хорошо, я выберу English. Я зашла в меню. А, реально, вот они, эти китайские лапы. Но пока что я посмотрю еще что-нибудь. Ну ладно, я добавлю сразу. Я думаю, что за 15 юаней мне хватит вот этих лап. Добавили. Это какой-то пирожок. Я не понимаю, в чем он. Какой-то черный, в черной какой-то штуке. Ну давай посмотрим десерты. Pineapple pie. Ну ладно, если честно, я не очень хочу пирожок. Посмотрим что-нибудь другое. Снеки. Ну, это мы уже взяли. Да. Дальше есть кукуруза, Big Chicken Cutlet Promotion. Это типа какие-то обжаренные котлетки, видимо, из курицы. Но я почему-то хочу больше бургер или что-то в этом духе. Так, посмотрим. Здесь еще есть Ultra Bacon Chicken Burger. И я так смотрю, да, здесь, правда, на картинке бекон, яичко, все как полагается. Что из интересного? Есть что-то вроде бургера с беконом и начинкой шаурмы. Но, не знаю, мне это тоже не нравится. Есть же бургер какой-то с черной булочки, с непонятной начинкой. Чили чикен бургер. Я даже не знаю. И все, и больше ничего такого. Блин, а где я где-то видела с сосиской? А, вот они, смотри. Ой, смотрите, какую прикольную штуку я нашла. Это бургер с двумя котлетами и с двумя сосисками. А блин, горчицы. Но мне кажется, я просто не осилю такое. Это можно лопнуть. Учитывая, что я уже заказываю куриные крылья, это будет перебор. Мне нужно что-то поменьше. Но как бы выбор у них очень странный. Есть такая штука с рисом и, видимо, с соусом терияки. Какая-то типа курочка лежит или что-то в этом духе. Салатик и рис. Так, мне самое наиболее интересное показалось, это пирожок таро пай. Что это за таро пай, непонятно, поэтому я возьму его. Добавить заказ. Добавили. Завершаем. Крылышки и пирожок. Так, Union Pay, Apple Pay, WeChat. Нет, у нас этого нет. По-моему, нам все-таки нужно будет подойти на кассу, заказать эти крылышки и пирожок. Они chicken wings. Ага, очень продумано. Так, где они, где они? Я почему-то не могу их найти. А, вот здесь, наверное, вот, вот эти вот крылышки. Только маленькие и только их без колы. О, grandma, you like tea? Hello. I need this. This, this? Yeah. Only this? Yes, this, yes. 15 yen, one this. Yes, small portion. Small, only one size. А, окей. This? Yes, okay. And taro pai. Так, может, с другой стороны есть, тоже не знаю. Таро пай. Pineapple, only pineapple. No, not pineapple. Таро пай, таро. Таро пай, no. Да. This. One. Yes, у меня получилось. Total here, total 22 yen. 22, yeah. 10, 20, 2. Все, окей. У меня даже получилось заплатить. Блин, это вообще дикая проблема, потому что они реально не знают ни английского, ни русского, а китайского я тоже не знаю. И сейчас я им... Спасибо, thank you. О, уже, спасибо. Реально. Ладно, пойдем сядем, попробуем. Так, ребята, эта штука реально макдак, из макдака, и сейчас я буду ее пробовать. Блин, выглядит как мороженое. Но пахнет жареной курочкой, какой-то типа остренькой. Слушайте, реально вкусно. Вот эта часть, по крайней мере, офигенная. Вообще китайцы помешаны на всякой, типа, всяких лапках куриных. Прям именно лапки продаются. Но сейчас мне попалось все-таки крыло. Оно немножко остренькое, прям такое со специями. Но не супер острое, потому что мы сегодня ели просто какой-то ад. Жалко, что не удалось заснять. Просто это невозможно было есть очень острое. Это умеренно острое. Вкусно, в меру соленое. Прям советую. Если вы поедете в Китай, зайдите в Макдак и купите себе лапку. Но. Теперь давайте попробуем пирожок. Нет, это съем чуть-чуть попозже. Какой-то таро пай, магический пирожок. Кто же это? Я не знаю, что реально. Там было на картинке нарисована внутренняя начинка розового цвета. Правда розовый внутри?
хрустящий пирожок. Внутри дико сладкая начинка, но в целом вместе с вот этой корочкой все очень гармонично сочетается. Ну, не пойму, что внутри какой-то фрукт, он почти расплавленный, такая, типа, просто мягкая начинка. В целом прикольно. Ничего такого мега необычного нет в этом. Очень круто. Похоже, как будто внутри какая-то карамель или очень сахарная начинка сладенькая. Нет, у карамели есть запах, а здесь запаха даже никакого нет. Просто пахнет пирожком, но непонятно с чем. Он просто сладкий пирожок. И все. Итак, сегодня мы попробовали целую куриную ногу в Макдональдсе, куриное крыло, а также магический пирожок Таро. Если тебе понравилось это видео, подписывайся, ставь лайк. Ты можешь также увидеть на моем канале еще много видео из Китая и других стран.